Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы возвращаемся в игру «Как достать соседа». Вуди возвращается к нашему соседу замечательному. О, боже, какой у них хрена себе. Чувак, не становись на стремянку, серьезно. Твое брюхо становится еще больше. Мне кажется, что оно сейчас вылезет прямо на меня. Короче, сейчас ты у нас похудеешь от нервов, я тебе это гарантирую. Подсказка. Действуем с соседом на перегонки. Дело мастера боится, сосед с дрелью. У ротвейлера разбился велосипед. Эта досада вызвала у него желание починить все в доме, а он у нас великий спец по части ремонта. Завернуть болт здесь, просверлить дырку там, вмиг прочистить раковину и починить отопление. Не так-то это оказывается просто. Однако Вуди докажет, что у соседа руки из... жопы! И Декарт, как по-настоящему культурный человек, взял и договорил. И мы еще просверлим ему дырку, наверное, где-нибудь. Где-нибудь вот там же, вот где я договорил, вот про что я договорил, там же тебе дополнительную дырку и просверлим. Итак, понеслась. Значит, куда он направляется? Вот он стартует, креслица. Это не кресло, это пацан. А, я понял, он, смотрите, да, он либо... Вот кресло, а тут пацан, да. Я думал, он честно говоря, куда-то... Какого-то пацана на кресло хочет усадить, вроде кресла нет. Я так и не сразу понял, что происходит. Открыть комод. Давайте, открываем. Смотрим, что у нас есть. Сосед у нас тем временем пошел. Ага, так, что-то вспоминаю. Что-то вспоминаю давным-давно, когда-то вот это вот я все, конечно, проделал. А, в подвал, наверное, идет, да? Вот сюда. Мы можем прятаться, я надеюсь. Ну-ка, давай, посмотрим. Кстати, сбросил картину мамочки своей. Как тебе не стыдно? Надо мамочке позвонить и сказать, что ее картина лежит сейчас на полу. Вот она придет, ему скалкой по жопе надает. Это будет дополнительная пакость. Так, у нас, кстати, пакостей 8, не 10. И это хорошо. Это, в принципе, не может не радовать. Давайте пока выйдем. Тут я догадываюсь, что он будет делать. Пройдемте, наверное... Ой, слушайте, а он, наверное, сюда потом пойдет. Тя-тя-тя! Тя-тя-тя-тя-тя! Он идет вот сюда. Хорошо. У нас есть время, в принципе, тут... Ничего? Ну ладно, хорошо, ничего так ничего. Дальше он идет за трубой, правильно? За батареей, точнее. Какой нахрен трубой? Смотреть книжную полку. Ну-ка, можно попробовать. Так, он, смотрите, вниз. У нас полно времени, он идет за раковиной. Если он идет за раковиной, все нормально. Мы успеем. Ха! Отлично, что-то взяли. Книга под названием «От гильотины до электрического стула». Просто сказка на ночь. Да уж, это точно, блин. Так, ладно, давай проходить, наверное, на кухню. На кухне тоже, вон, видите, какой-то шнурочек. Теперь он опять идет в подвал. Ой, подождите, тут какая-то связка идет безумная. Я что-то не понимаю, что он вначале там делал? Он вначале крутанул вентиль, а потом решил подать напор. Получается. Нет, он как, он подал напор, крутанув вентиль, а потом... А сейчас он идет за щитком. Короче, ладно, разберемся, как-нибудь разберемся. Вспомню, я надеюсь, по памяти что-нибудь вспомню. Посмотрел и идет на лестницу. А лестница у него вот здесь, да. Это попугайчик так насерил? Ни хрена себе попугайчик ты даешь. Так, ну хорошо, он идет на... Давайте посмотрим, что он тут делает. Тут по-любому надо подпилить. Пила есть? Книга о пытках, провод? Нет. Ну провод мы знаем, провод мы сюда. Ага, вот он, дрель. На дрель, кстати, тоже наверняка что-то можно. И потом он идет вот за этой сранью. Да, за насадкой. За насадкой, розеткой. Так, сейчас посмотрим точно. Я уточню, что он тут делает с этой штукой. Он, я так понимаю, кладет насадку на место, да? Раньше их было типа 6, а сейчас их 5, а сейчас их опять станет 6. Да, так оно и есть. Угу. Тут тоже можно будет заменить. Короче, ладно. Я все понял, я все понял. Давайте, наверное, в подвал. В подвале можно Ой, в подвале, слушайте, прятаться нельзя. Надо быть аккуратней. В подвале прятаться нельзя. Это хреново. Куда он там... Он наверх дальше идет. У меня куча времени. Смотрим. Использовать тряпицу. Блин! Ты зачем ты начал-то заранее? Я думал использовать. Использовать, ребят. Вот надо смотреть внимательно на слова «использовать». Ну хорошо, ладно, давайте попробуем что-нибудь. Плоскогубцы, оголенный провод. Ну давайте тогда уже сюда киданем эту срань. Ох, черт. Черт, 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 он... Он идет! А, он идет! Давай быстрее! Так, смотрите, он сюда, значит. Давай, мы успеем, успеем, успеем! Заныривай, заныривай в странный ящик! Молодец какой, молодец! Использовать пробку, на. Пробка, просто пробка. Вот сюда? Или куда? Я не понимаю, ну-ка, подождите, давай. Оп! Так, смотрите. Теперь... А-а, очень крепко. Отлично! Первая пакость готова. А что там с тряпицей-то я сделал?
тряпица какая-то. Тоже что-то сделал вроде. А, смотрите, может плоскогубцы на трубе распираемой водой использовать? Так, батарея, он идет, батарея. Вот, кстати, батарею сейчас можно отсоединить, по-моему. Вот он подал вот, вот эту срань, и можно батарею соединить, и там польется. Если я не ошибаюсь. Ну ладно, хорошо. Мы как-то пошли так, не по золотой медали, скажем так. То есть мы первую пакость мы сделали совершенно не вне очереди. Ой-ой-ой, да, точно, я и забыл. Пацан же, мать твою. Так, давайте открыть тумбочку. Что у нас в тумбочке? Ничего в тумбочке, да? Здесь использовать шлифовальную машинку. Что, просто он возьмет и что-то в ней... Да, это он просто использует. Тупо использует и все. Так, он идет теперь раковину смотреть. Но это мы не обращаем внимания. Это мы тоже не трогаем, оно абсолютно ни к чему. Вот эта пружина. Что здесь? Давайте смотреть, что здесь. Он идет в подвал, у нас время есть. Птичка. Так, птичка. Лестницу удерживает лишь тонкая цепь. Странно, как-то она еще не обвалилась под весом толстяка. Сейчас обвалится, сейчас без проблем все будет. Можно взять, открыть ящик? Нет, говорит, ничего нету. Тут ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О май гад! О май гад, он сейчас попрется сюда. Он прям сюда идет, ребят. Так, давай быстрее, быстрее. Оп! Вот так. Не надо... Блин, вот что-то надо с пробкой делать. Я уже не помню на самом деле. До того, как он ее берет. Он ее уже взял, как бы это не считается. Давай, оба, все, вылезаем. Вылезаем и валим вниз. Так, смотрим. Ага, закрутила, завертела жизнь. Да, хочешь жить, умей вертеться, соседушка. Вот так вот. Все, что я тебе могу сказать. А, смотрите, со стулом можно еще что-то сделать, наверное. Ну, в принципе, можно еще шарики кинуть. Это по-любому. Я вот не понимаю. Подождите, давайте посмотрим. Вот сейчас или не сейчас? А-а, говорит. Говорит, а-а. О, тихо. Стоп, он сейчас спустится. Сейчас бы попался ему тут. Это ничего хорошего бы в этом не было. Ну да, вот тут вот можно как бы. Конечно, это мы все понимаем. Использовать закрытый вентиль. Ну, как его использовать нахрен? О, сейчас там пакость будет, кстати. Он идет, видите? Он идет вот сюда вот сейчас. Сейчас мы ему заговним. А, тут тоже просто использовать будет. Вот просто можно использовать. Ну хорошо, вот я использовал как-то. Так, ладно, будем учить. Оп! Ну а чем ты расстроен, чувак? Ну, ты покалечил немножко детей. Вон ребенок тоже радуется, что ты покалечил детей. Че тебе париться? Все же хорошо, ты же это любишь. Я прекрасно помню по серии, когда ты боулинговый шар кинул. Кстати, может вот тут под низом я невнимательно посмотрел, мало ли. Ну-ка. Не, он все экает. Все экает. А, блин! Ах, твою мать! А, черт, ну все, ребят, все, это жопа настала. Я забыл совсем, что он идет потом сюда. Все, и я получаю по щечлу. Вполне заслуженно, да. Так, ну все, я продумал тактику. По-моему, сейчас все должно быть хорошо. Смотрите, я долго за ним следил, наблюдал за всеми его потрясающими действиями. Берем вначале в комоде вот эту вот срань, шарики. Здесь берем плоскогубцы, чтоб хорошенько тебе плоскогубцами что-нибудь перекусить, да, соседушка? Ты будешь рад, я чувствую. Теперь направляемся наверх. О, кстати, чуть не забыл. Это тоже надо сделать. Вот эту штуку мы, пожалуй... Вот так, смотрите, и надо пошевеливаться, потому что он прямо сейчас идет сюда, к трубе. Но это долго, он долго будет идти, поэтому можно не переживать. Щиток с пробками пока не трогаем, это нам понадобится позже. Здесь берем вот эту срань. Сюда проходим аккуратно. И берем вот эту книгу. Вот эту книгу берем потихоньку, осторожно. Смотрите, теперь важно. Давайте можем сразу, наверное, начинать. Я даже не знаю, вот насчет этого можем мы сразу начинать или нет. Ладно, книгу пока оставим в покое. Я хочу просто... Вы же понимаете, что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь сделать так, чтобы у меня шло комбо из атак. Чтобы я все жестче и жестче его нагибал прям раз за разом. Ну, вот сразу могу сказать, что вот сюда мы не вернемся уже. Желательно на этот этаж уже не возвращаться нам. Потому что нам нужно сейчас подольше быть вот здесь. Объясню позже, почему. Поэтому, так как мы не хотим сюда возвращаться, мы сейчас сразу быстренько вот тут вот все проделаем, что нам нужно. А нужно нам перекусить вот здесь вот цепь. Вот там вот мы уже запоганили эту штуку. И возвращаемся обратно. Дальше все практически действия, по-моему, почти без исключения, будут происходить, проистекать вот на нижней половине. Если точнее, вот прям вот в подвале, вот здесь вот. Так, сейчас, подождите, он идет опять за трубой, потом после трубы он куда идет? Куда он идет после трубы? А, как раз вот, ух, как четко. Так, подождите, давайте спускаемся, я успею? Так, он идет вот эту трубу крутить. Так, тихо. Я могу не успеть, черт возьми, давай быстрее заходи!
была буквально миллисекундочка, микросекундочка. Смотрите, видите, он пробку вытащил, чтобы его там током не долбануло. А мы сейчас вот так вот раз, короче, и... Ну и, кстати говоря, можно уже, пользуясь случаем, сразу... Да давай, не рассказывай мне, на пол, плоскогубцы используй. Так, смотрите, сейчас будет эпик, сейчас будет просто мега эпик. И вот это, кстати, делаем. Так, смотрите, его закрутило, бум. А, это все, что ли? Нет, это не... А, вот сейчас, сейчас, продолжение, продолжение, дзынь-дзынь, давай. Вот, вот, ребят, вот этого я и хотел. Да, смотри, спустился так спокойно после этого. И опять начинает плакать. Значит, мы все сделали как надо. Так, теперь прячемся, наверное, в шкаф, да? Потому что, я так понимаю, выхода у нас нет. Нам надо в шкаф. Он, смотрите, он кладет обратно пробку. Вот, блин, а он сейчас вот куда пойдет? Вот он пробку сейчас положит, он, наверное, пойдет. Так, 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 все, бежим, 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 ребят, бежим. Бежим как можно скорей. А, давай сюда. Так, смотрите, кладет он пробку на место, а мы ему тем временем меняем книгу. Давай, давай, меняй. Оп, оп. Хорошо. Да, и он пошел, видите, за стулом. Четко я так обошел, видите, этот малолетний дебил вообще ничего не знает. Вот тупой, аутист. Аутист у тебя какой-то тут сидит. Ну, он остыл. Сосед полностью остыл, к сожалению. Надо было шарик вот здесь вот где-то раскидать. Так, окей, 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 давай. И пацана посади как раз, он все равно бесполезен. Давай, устроим веселую, занимательную казнь. А, так, наверное, вниз спускаемся или куда? А, нет, смотрите, он идет наверх. Он вот за этой штукой сейчас идет. Кстати, кстати, отопление. Сразу можно его открыть. Это я точно знаю. Можно сразу открывать отопление и не париться. Давайте, давайте это, в общем-то, сделаем. Использовать закрытый вентиль отопления. Оп, открыли. Видите, батарею как теперь пидорасит прям. Вперед-назад, вперед-назад. Это хорошо. Это означает, что мы достигли своей цели. Четко прячемся в шкаф, и он как раз приходит. О, видите, идеальный тайминг. Просто рассчитано, прям точность. Ну вот с шариками, конечно, хреново. На самом деле, шарики... Вот он тупой, а их видно отсюда уже, эти шарики. Ты че, их убрать не можешь? Давай. Дзынь! Отлично. Это хорошо. Так. А сейчас, смотрите, сейчас будет три сразу. Сейчас он, смотрите, берет, отключает воду. Это, кстати, важный момент, что он отключает воду. Вот он ее отключил, да? Сейчас, видите, вода не течет. Дальше он идет шарик. Смотрите, шарики его ждут. Опа! Как хорошо, да? Потом он на батарею пойдет. Да, да, сосед, давай. Шалалалай, шалалай. Давай уже, иди, иди уже за батареей. Вот так. Ни хрена себе. Аж все лопнуло там, аж все хрустнуло. Смотрите. Значит, после этого он идет на батарею. Мы спускаемся вниз и включаем воду. Включаем воду сейчас, пока есть время. Ну, в принципе, после того, как мы включаем воду, мы можем даже не прятаться. Опа! Класс! Подпалило его там, да? Вот как-то хреново, конечно, что я это толком не увидел, но... Ну, мы догадываемся. Мы догадываемся, что к чему его подожгло, потому что... а чё ты? А чё ты, гондон-то, сюда? Блин! Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Ой-ой-ой! Я не знал, что он сюда побежит! Я думал, он дальше пойдет туда, мне надо было в шкаф все-таки прятаться-то. Я не знал, правда. Черт, а, вот дерьмо. Так, снова мы на этом замечательном моменте. Опять он идет смотреть свою сраную батарею. Значит, смотрите, я на этот раз сделал все как в прошлый раз. Вот ее распирает по полной программе. Батарея прямо сейчас хочет просто отделиться от дома и зажить отдельной жизнью. Но, как бы, мы все понимаем прекрасно, чем это закончится. Тем, что наш соседушка обжег все пальчики. И вот он сейчас бежит, бежит сюда. И я, естественно, не успеваю открыть вентиль, чтобы потом, когда он пошел сюда, его хорошенечко там водичкой прыснуло. Соответственно, вот когда он сейчас пойдет туда, я тоже, я сижу в шкафу, видите, здесь как назло спрятаться нельзя, это хитро сделано, тут специально нельзя спрятаться. Он сейчас идет сюда, я уже проверял, я не успею. Если я прямо сейчас вот пойду открывать кран, то я никак не успею. Это означает, ребят, только одно. Тут можно эти пакости провести исключительно по отдельности. Потому что вы не успеете сделать и то, и другое одновременно. Если вы, ну, вы сами все видели, в общем-то. Вы видели, как он тебя нагибает, когда ты тут стоишь, блин, вот с этим вот вентилем в руках в подвале. Поэтому мне остается... Вообще, по-хорошему, это надо было рассчитать так, чтобы вся моя серия пакостей начиналась с того момента, как он вот здесь вот водичкой, да, балуется, и заканчивалась вот этим моментом.
Но у меня так не получилось. У меня так не получилось рассчитать. Я таким образом пытался, но я просрал тут, получается, щиток с пробками. Я не успел таким образом пробку вставить вовремя, вот когда он сейчас, вот видите, идет. Ну, то есть сейчас уже все сделано, но я имею в виду ранние какие-то попытки, когда я пытался все это скомпоновать, чтобы оно шло одно за другим. То есть по правилам надо было начинается водой и заканчивается батареей. Одновременно не получается, остается только так. Но у меня это не вышло, поэтому у меня заканчивается батареей моя серия. И потом я еще должен ждать 300 тысяч лет, уже к тому времени, когда он полностью вот этот свой круг вот обойдет, вот этих всех своих обязанностей, уже, наверное, мы с тобой, чувак, ты еще больше будешь с пузом еще большим ходить, твое пузо будет просто, ты уже будешь не пролазить в двери, Вуди будет седой, у него зубы начнут высыпаться, короче, ребята, сходите, наверное, за чайком, за большим-большим таким термосом чайка, потому что это сволочь. Да потому я все равно это вырежу, ладно, хрен с ним. Не идите за чайком, я вырежу, поберегу ваше время, окей. Ну что, ребята, вот я и в подвале, он снова проверяет эту срань. Я открываю водопроводный вентиль. Он идет, направляется в ванную. И сейчас будет последняя пакость. Давайте наблюдать эту красоту. Соседушка, какая ты сволочь. Вы знаете, сколько я записываю эту серию уже? Около 50 минут. Как бы пройти можно было уже давным-давно, но я же пытаюсь пройти именно вот четко, знаете, хорошо пытаюсь пройти. И у меня получается 91%, ребята, золото. Это золото, окей. Значит так, я вообще планировал пройти две серии за эту серию. Две вот эти вот, два уровня, короче, за эту серию планировал пройти. Но уже не получится, потому что я старался, как вы видели, пройти на золото. Пришлось долго думать, шлифовать все это дело. Координировать свои движения в зависимости от того, куда он направляется. Как он берет эту пробку, потом кладет ее на место, надо быстро успеть. Потом там вентиль закрутить, надо быстро успеть. Короче, не получится. Не получится у нас это. Не получится у нас пройти две серии за одну серию, как я хотел. Поэтому пройдем отъезд в следующий раз. Ну, кстати, торопиться особо и некуда, потому что... Я так понимаю, вот это дополнительные уровни? Или нет? Или что это? Я не знаю на самом деле. Может, это и не дополнительные уровни. Просто тут такая тема, что... Видите, статуэтки. 4 стату... Я так понимаю, ты зарабатываешь статуэтку и получаешь возможность, наверное... Короче, игра, возможно, еще далеко не закончена, я так понимаю. Поэтому, в общем, все. Пока что все. На следующей серии мы, скорее всего, тоже, наверное, за одну серию пройдем отъезд, потому что я тоже буду там долго очень все это дело изучать, обмозговывать, тактически тактировать и так далее, и так далее. Я хочу все пройти на золото, потому что, ну, вы понимаете, Декарт же серьезный человек, что такое серебро для Декарта? Серебро для Декарта, это вообще, это даже не считается, это как будто и не играли. Все надо пройти на золотую статуэточку. Ну, в общем, мы продолжим заниматься этим в следующей серии, как я уже говорил. А пока на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.